Полицейскими было организовано преследование нарушителя, в ходе которого он допустил столкновение с патрульным автомобилем. Инспекторами ДПС водитель был доставлен в пункт полиции. Им оказался 27-летний житель поселка Энергетик. Мужчина управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.